Редчайшее явление для февраля. Настоящий ливень обрушился сегодня на столичный регион. Москва оказалась в зоне юго-западного циклона. Из-за непогоды под водой были несколько улиц. Пришлось ограничить движение автотранспорта на Микининском шоссе. Впрочем, коммунальщики быстро справились с проблемой. Температура в регионе тем временем снижается, и дороги уже к вечеру могут превратиться в каток. Схожая ситуация в ряде других областей, в том числе во Владимирской, Ивановской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Ярославской. В госавтоинспекции просят водителей быть внимательнее.